Всем привет, это Череповецкий молодежный канал Мотор ТВ, я Паша Елисеев. Сегодня мы находимся на открытии замечательного первого паба в Череповце. Первый английский подобный паб. Давайте пройдем и посмотрим, чем же нас порадует сегодня организатор и арт-директор. В эту сеть пабов часто приезжают различные музыкальные коллективы, и вот сегодня порадовать гостей первого паба приехала вологодская группа «Авокадо Кейк». «Авокадо Кейк». Друзья, почему такое название? Мы хотели быть такими же известными, допустим, как Дэвид Ли Рот, Ангелот Хампердинг и Дмитрий Петров, например, или кто-нибудь из этих людей, которых мы очень любим. И мы выбрали название «Авокадо Кейк», потому что оно максимально отображает именно не столько духовный мир, насколько физический. Как давно вы вообще играете вместе? Вместе недавно, где-то месяцев, может, 7, может, 7,5. Музыка – это ваше хобби или вы этим зарабатываете на жизнь? Я зарабатываю на жизнь. А Женя, допустим, он спортсмен отличный. Славик отличный продавец. Спасибо вам огромное, желаю вам удачи и хорошо отыграть. Вечер в первом пабе в самом разгаре. Здравствуйте, как вас зовут? Привет, меня зовут Иван. Иван, как вам пиво в первом пабе? Хорошее пиво. Мы предварительно продегустировали все сорта и выбрали то, что нам нужно. И что же вам нужно? Хаб-гоблин. Английский эль. То есть английскому элю даем первое место. А number two? Number two Budweiser. Budweiser и замыкает тройку лидеров. А вот пока неизвестно, что замыкает тройку лидеров. Будем пробовать. То есть продолжаем дегустировать лучшее пиво в первом пабе, друзья. Время идет, первый паб начинают заполнять его посетители. Друзья, вы только что пришли. Как вы узнали вообще о том, что сегодня состоится открытие первого паба в Череповце? Ну, во-первых, мне пришло приглашение ВКонтакте в группе. О первом пабе мы знаем из Ярославля, мы были там не раз. Первый паб набирает обороты и постепенно захватит всю Вологодскую область. Поехали дальше. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Глеб. Глеб, как тебе атмосфера, как тебе музыка? Мне очень нравится. Какие бы пожелания бару мог дать? Я желаю развиваться, чтобы все было здорово. Здесь тем более будет хоккейная трансляция, ребята. Я всем рекомендую сюда приходить, смотреть хоккей, болеть за Северсталь. Мне нравится это место, я уверен, оно будет развиваться с каждым годом все лучше и лучше. И мы тоже уверены, спасибо, Глеб, от души за Северсталь. Перед нами стоит арт-директор этого замечательного первого паба в Череповце. Кирилл, скажите, пожалуйста, какие ваши дальнейшие планы по развитию, по продвижению этого замечательного места? Ну, как, судя по всему, как сегодня все получилось, у нас аншлаг, все столики заказаны, я уверен, что будет так каждую неделю, как минимум каждую субботу точно будет что-то, либо концерт, либо вечеринка, у нас очень много друзей, партнеров в Ярославле, Вологде, в Костроме, и, естественно, все команды из этих городов будут периодически к нам приезжать, кто-то будет раз в месяц, вот «Авокадо Кейк», который сегодня у нас открыли, я так понял, пришлись по сердцу публики. Каждую пятницу будет открытый микрофон, то есть можно прийти, поиграть, и мы готовы предоставить возможность для реализации своего творчества в музыкальном виде, готовы поддержать, спродюсировать, поддержать музыкально. Спасибо огромное, Михаил. Вот и состоялось открытие первого паба в Череповце на Ленинградской 1. Друзья, всем любителям настоящего пива и действительно веселой атмосферы мы советуем посетить это место. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Мотор ТВ и я, Паша Елисеев. До встречи!